Друзья мои, приветствую вас на нашем канале, с вами Виктор, и сегодня мы приготовим обалденные голубцы по-турецки. Такие вы еще точно не пробовали, будет очень-очень вкусно. Ставьте лайки этому видео и поехали. Для голубцов по-турецки нам понадобится хороший говяжий фарш. У меня еще с добавлением баранины, здесь 15% баранины, вот такой вот классный жирненький фаршик, отличный. А также нам понадобится хороший свежий лучок, смотрите, у меня уже молодой, летний, сочный, это будет что-то. Мелко его нарезаем. Еще немножко вот так вот пройтись, измельчить, порубить, чтобы сочно было. И отправляем лук до фарша. Теперь в нашу начинку добавляем рис. Рис у меня круглозерный, который я предварительно до полуготовности отварил. И приправляем, друзья, солью, перцем и сладкой паприкой. Хорошенько соли. Свежий молотый перчик и паприка сладкая. И добавим в фарш еще немного свежей петрушки. Отлично будет. Мелко-мелко рубим ее, чтобы сок пошел. И теперь, друзья, хорошо вымешиваем фарш, чтобы все хорошенько соединилось. Вот так вот хорошо вымешали. Смотрите, какая красота. Очень аппетитный получился фарш, начинка для наших голубцов. Оставляем пока в сторонке, пусть промаринуется. Теперь, друзья, нам нужно сделать капустные листья. Капусту взял вот такую с тонким листом, молоденькую. Сейчас вырезаем осторожно кочерыжку. Так, значит, вот. Вода кипит, воду присаливаем и добавляйте один трюк такой, лайфхак, немножко уксуса туда. Так вот, столовая ложка, 25% у меня. И теперь пошла капустка. Аккуратно так, опа. Уксус добавляйте для того, чтобы листья, они не разваривались потом, не разваливались. Уксус будет их держать всегда такими тверденькими, свеженькими. Все будет отлично. И теперь вот так вот окунаем ее. И потихоньку начинают листочки отходить. И убираем их на тарелку. Вот и второй подоспел. И так вот потихонечку они все отходят, красавчики. Все, друзья, листья готовы. Вот такая вот пачка получилась. Оставляем пока в сторонке их немножко остыть и занимаемся зажарочкой. Так, значит, включаем плиту. Все, добавляем немножко оливкового масла и нарезаем лук. Лук на зажарку слишком не нужно мельчить. Так вот нормально будет. И пошел лучок. Сильно его не зажариваем, так слегка пассируем. Натрем немного морковки на крупной терке. И нарежем, друзья, сладкого перца. Я взял зеленый и красный, вот такие длинные. Они не острые, выглядят так, но они не острые. Но зато вот такой вот перец, он очень-очень ароматный. Вот так вот нарезаем его. И пару зубков чеснока тоже порежем. Тем временем лучок подошел. Вот такой вот он еще сочный, но ароматный уже. И пошла морковь. Пару минут. Сейчас так припустим морковку, чтобы она обмякла.
Пару минут прошло, и перчик добавляем. И тоже так пару минуток с перцем припустим. Теперь добавляем ложку томатной пасты, немного водички, чтобы это все потушилось, соединилось вместе. Томата я здесь добавляю немножко совсем, потому что мы будем еще голубцы сверху поливать томатным соусом, как это делают в турецкой кухне. Сейчас все покажу. Теперь добавляем туда чеснок. Вот так вот. И приправляем черный перец, соли. Я еще добавляю немножко щепотку хлопья чили для аромата, для вкуса пикантного. Все вот так сейчас пару минуток все соединится, и зажарочка наша готова. Готовить, друзья, мы наши голубцы будем в духовке, поэтому нам нужна какая-нибудь форма для духовки. У меня вот такая вот турецкая подходящая форма. Значит, сейчас на дно этой формы мы выкладываем поджарочку, зажарочку, равномерно ее там распределяем. Теперь, друзья, заворачиваем голубцы. Здесь тоже своя интересная техника, необычная. В этом вот, можно сказать, вся фишечка. До этого все было вроде бы как бы как во всех голубцах, но здесь сейчас будет по-другому. Вырезаем вот эту вот твердую сердцевинку. Так, получается вот такой вот у нас листок. Смачиваем руки водой. Берем немного фарша. Чуть-чуть прям совсем. И делаем вот такую вот длинную колбаску вдоль всего голубца. Много фарша не берите, то не получится. И теперь вот так вот закручиваем трубочку. Опа! Такая вот трубочка получилась. И теперь берем и эту трубочку заворачиваем вот так вот. И вот такой вот у нас голубчик получается. И складываем их в форму. Интересно? Интересно. И вот так вот пошли дальше их лепить. Такие улитки как получаются. Даже, наверное, надо с толстого конца вот лучше начать, вот так, с толстого края заворачивать. Вот так, да. И вот так она отлично пойдет. Опа, смотрите. Второй пошел. И таким образом, друзья, лепим наши все голубчики. Ну все, друзья, голубцов я накрутил. В прямом смысле накрутил, смотрите, какая красота получилась. Вах, вах, вах. А как это вкусно, вы не представляете. Долма из капусты. Сейчас делаем томатный соус. Значит, ставим сотейник на плиту. Наливаем немножко оливкового масла. И прожариваем на масле томатную пасту. Пасту нужно обязательно прожарить несколько минут. Так она будет намного вкуснее. Ну, смотрите, чтобы не пригорело. Все, пасту я прожарил. Минутки две. И добавляем все сюда воды. И смотрим густоту. Нам нужна такая густота, как томатный сок. Добавляем в пасту немного сахара, чтобы сбалансировать кислый вкус. Посолим. И немного черного перца. И все, ребятки, соус готов. И теперь этим соусом сверху поливаем наши голубцы. Вот так вот. Отлично они пропитаются. Томатом будет очень красиво и очень вкусно. Теперь, друзья, накрываем все это фольгой.
Отправляем наши голубцы в духовку. Духовка разогрета на 180 градусов вверх-вниз. На 20 минут под фольгой пропарится. Через 20 минут убираем фольгу и еще 20 минут подпекаем без фольги. В общем, сложности 40 минут. Поехали. Друзья, и пока запекаются наши голубцы, давайте приготовим классный йогуртовый соус. Очень просто. Берем какой-нибудь натуральный йогурт, желательно пожирней. Зубок чеснока туда выдавливаем. Немного присолим. Черный перец. Ложечку сахара. Лимонного сока. Перемешиваем. И хорошего оливкового масла. И все, друзья, вот такой вот простой, но очень вкусный соус к этим голубцам подойдет супер. Ребятки, ну все, прошло 40 минут, наше блюдо готово. Смотрите, какая красота получилась. А какой аромат стоит неописуемый. Жалко, что камера не передает. Сейчас будем снимать пробу. Такие вот красавчики, смотрите. Для лучшей презентации их лучше вот так переворачивать. Вот так вот, смотрите. Немного свежей петрушки. Немножко остренького чили. Ну, остается только насладиться этой вкусняшкой. Хороший хлебушек. К нему больше ничего не надо. Ну, смотрите, какая красота. Потрясающе пахнет бараниной, говядиной. Ребята, это лучшие голубцы, которые когда-либо пробовал. Когда вот нормальные большие голубцы кушаешь, там как-то кушаешь отдельно котлету, эту отдельную начинку, то есть отдельно капусту. А здесь оно вот как рулетик, да, смотрите, получилось. И ты вот кушаешь сразу вот так вот. Вот рулетик вот так. Там внутри все сочно. Рис пропитался. С этим вот йогуртом чесночным. Вай-вай-вай-вай. Блин, голубцы, это сказка. Капуста такая еще хрустящая. За счет того, что мы уксус добавляли. Бомба. Просто бомба, ребята. Давайте в топчик.